Песня «Прощание с Есениным», вот, что-то вот навеяло, как бы, такой некий тоже такой собирательный образ уже современного человека. Я просто представил такой момент, как бы сейчас в нашей современной жизни вписался бы Есенин, и что бы произошло, вот что получилось. Я опять напьюсь отравы горькой и проснусь в объятиях тишины за кабацкой деревянной стойкой. Незаметно пролетают дни. Никогда не суждено мне боли поутру бежать босым к реке. Только часто снится это поле клевера, застывшие в руке. Русь кабацкая ночами снится, вышки лагерей пасет конвой, и березка, стройная березка, из-за предки машет мне листвой, из-за предки машет мне листвой. Ты прости, что променял свободу, променял с Афгана ордена и свою жизнь крапленую колоду на стакан крепленого вина, на стакан крепленого вина. Жизнь прошла, закрылись карусели, время золотую вяжет нить. Я б сумел тебя, Сергей Есенин, не в стихах, так в петле заменить. Не в стихах, так в петле заменить.